Ну что, после принятия водных процедур буду на лицо наносить термальную воду. Если что, я в полотенце, просто ростом маленькая. Дальше я беру вот такой легкий гель с муцином улитки, он даже чем-то напоминает по консистенции желе, и распределяю по всему телу. На волосы буду наносить увлажняющий серум, потому что волосы тоже нужно баловать, и наношу массажными движениями. После чего волосы укутываю в полотенце и на лицо буду наносить очищающую маску-пленку от Avon. Очень люблю эту маску, если ей дать достаточное время высохнуть, она прекрасно снимается одним движением и хорошо подготавливает кожу к следующим процедурам. Спустя некоторое время я перехожу к следующей процедуре. Перед этим, конечно же, нужно освободить волосы от полотенца. Дальше я буду брать масло для волос от бренда OGX и очень обильно наносить на волосы. Точно так же все делаем нежными массажными движениями. Дальше, чтобы волосы мне не мешали, одеваю свои любимые ушки. Поскольку для маски прошло уже достаточно времени, я уже могу ее снимать одним легким движением. И теперь моя кожа готова к нанесению увлажняющей сыворотки. Этой сыворотки у меня уже нет, я ее в тот момент как раз тестировала во время съемки этого видео. Наносим любую увлажняющую сыворотку. Дальше я беру свою ванночку для ног и наполняю теплой водичкой, добавляю туда соль и окунаю ножки. Обычно я включаю сразу же максимальный режим. У меня есть 3 режима и сразу получаю 3 функции одновременно. Это вибрация, подача воздуха и инфракрасный свет. Такие ванночки для ног очень круто расслабляют, релаксируют, дают ощущение отдыха и полной абсолютной релаксации, если еще к этому дополнить какую-нибудь релаксирующую музыку. Кстати, перед тем как принимать ванночку для ног, я обязательно предварительно делаю механический пилинг. То есть я с помощью грубой пемзы очень хорошо очищаю пяточки, да и вообще всю стопу полностью. В это время, пока мои ножки отдыхают, я на зону под глазами наношу успокаивающие патчи с зеленым чаем, а на лицо, конечно же, нанесу тканевую маску для полного эффекта. Ну и, конечно же, еще дополнительно делаю массаж нефритовым роллером. Это очень полезно и тоже релаксирует. А мои ножки в это время купаются в теплой соляной ванне и получают приятный массаж. Когда время действия маски истекло, я маску вместе с патчами снимаю с лица и остатки сыворотки от маски массажными движениями втираю в кожу. Массаж обязательно делаю по массажным линиям для того, чтобы улучшился кровоток. Движения должны быть очень легкими и не растягивающими кожу. Дополнительно средним и безымянным пальчиком делаю массаж на зоне под глазами. Также время для принятия ванны истекло, после чего я промакиваю хорошо ножки, чтобы они были сухие, для дальнейшего нанесения маски. Это идут термальные носочки для ног. На них есть удобные пластыри для фиксации. Очень люблю такие масочки, они безумно помогают по уходу за пяточками. Тут я попыталась сделать вам сердечко, но у меня не получилось, но все равно сердечко держите. Дальше я буду делать легкий кислотный пилинг на руках с помощью пилинговых падов от Avon из линейки New Clinica. Я просто ватным диском хорошенько прохожусь по всей площади рук и даю некоторое время подействовать, после чего я буду наносить тоже термальные маски. Это из такого же точно материала, только это идут рукавички. Конечно, это все имеет видок, как будто я космонавт, но главное здесь действие и релаксация.
После того, как маски подействовали, а действуют они таким образом, что вы чувствуете легкое жжение на коже. Когда вы снимаете эти маски, остатки сыворотки втираете в кожу рук. И в конечном результате руки очень мягкие, но они слегка подсушены. Когда снимаю носочки, точно так же остатки сыворотки втираю в кожу ног. Эффект точно такой же, как и у рукавичек. Дальше я наношу антиоксидантную охлаждающую маску на лицо от бренда Avon «Арктическая брусника». Очень нравится эта маска, хорошо успокаивает кожу. Опять делаю себе чашечку кофе и меняю дислокацию. Иду усаживаться на кроватку. Теперь я буду наносить вот такие кислотные эксфолиантные носочки для ног. Там идет действующее вещество гликолевая кислота. Пилинг с этими носочками получается очень нежный и деликатный. И такие носочки тоже способствуют лучшему состоянию ваших стопок. Эти эксфолиантные носочки я всегда дополнительно фиксирую катуновыми носочками, так лучше держится. Тем временем буду делать маникюр. Для начала я отодвигаю кутикулу с помощью металлической лопатки. С другой стороны лопатки идет такой ножик, который помогает мне вычищать омертвевшую кожу из-под кутикулы. Ну и после чего все ненужное я отрезаю ножничками. Не забываю о том, что время для действия маски истекло, поэтому я ее снимаю теплым, влажным полотенцем, очень мягкими, нежными движениями. После этого я обязательно наношу тонер с азиатской центеллой, наношу с помощью ватного диска и такими вбивающими движениями. После этого я дополнительно наношу балансирующий серум от фирмы The Skin House. Очень классная сыворотка. Вместе эти средства очень хорошо успокаивают и балансируют кожу. И тоже делаю все это массажными, легкими движениями по массажным линиям. Дальше я буду делать маникюр, пока у меня действуют эксфолиантные носочки и пока впитывается мой серум. Я не являюсь мастером маникюра, поэтому у меня маникюр никогда не бывает идеальным. Обязательно что-то доиспорчу. Вот такой незамысловатый рисунок я сделала с помощью стемпинга. И финальным штрихом в уходе за руками и ногами у меня будут питательные маски для рук и для ног. Я беру в очень большом количестве питательный крем и очень обильное количество крема наношу прямо на стопки. Обязательно нужно делать массаж. Стопкам ведь тоже приятно это. После чего я одеваю силиконовый носочек, который дает крему очень хорошо впитаться, особенно когда крема наносите много. И ту же самую процедуру я делаю с руками. Я беру очень хороший питательный витаминный крем в большом обильном количестве и наношу на руки, хорошо массажируя, не забывая дополнительно массажировать зону кутикулы, особенно вокруг ногтевой пластины, для того, чтобы эта зона была хорошо пропитана. И также одеваю силиконовые рукавички. И вот такие миленькие аксессуары я обычно держу в течение получаса, а в это время можно и отдохнуть. Нет, это я не целую телефон, просто рукавички не сенсорные, а нужно искать зоны соприкосновения с телефоном. Ну и пока мои рукавички и носочки действуют, я занимаюсь приятными для себя делами. Ну и спустя полчаса я, конечно же, снимаю рукавички и носочки. Благодаря таким спа-ритуалам кожа рук и ног будет просто превосходной, мягкой, напитанной, витаминизированной, очень хорошо эксфолированной. Соответственно, состояние рук и ног у вас будет как после очень хороших салонных
процедур. Ну и на этом я заканчиваю и надеюсь, что это видео вас вдохновило на домашние спа-процедуры. Всех целую, обнимаю и до новых видео!